канале «Коробка красок». И в сегодняшнем выпуске мы распишем вот эту деревянную дощечку акрилом. Рисовать будем пейзаж с водопадом. Кому интересно, оставайтесь со мной, а я приступаю. Первым делом сделаю карандашный набросок. Намечу, где будут горы, река, берег и сам водопад. Теперь смешаю белый и синий акрил и нарисую небо, делая темные и светлые участки. Далее смешаю желтые и зеленые цвета и нарисую горы, но рисовать буду не сплошным и гладким цветом, а буду делать мазки снизу вверх, как будто горы усеяны деревьями. Намешанным цветом неба, жесткой кистью, пристукивающими движениями положу на горы облако. Далее рисую слева сушу второго плана. Для начала покрою все светло-зеленым цветом, а затем темно-зеленым добавлю темные и теневые участки. Тонкой кистью движениями снизу вверх показываю рост деревьев. Теперь голубым цветом показываю русло реки, делая берега неровными. Берег реки прорисовываю коричневым цветом, тонкой кистью. Затем намечаю сам водопад. Рисую его вертикальными мазками. Добавляю коричневый цвет, делая тем самым водопад немного прозрачным. Далее продолжаю рисовать реку, но только уже горизонтальными мазками, также делая неровный берег. Жесткой кистью и белым цветом у подножья водопада пристукивающими движениями рисую брызги и пену. Теперь коричневым цветом нарисую камни, при этом сразу же расставляю тени чуть более темным цветом.
Также один камень я помещу в воду. Теперь приступаю к суше второго плана, справа и слева. Жесткой кистью, пристукивающими движениями, полностью сделаю зеленый фон. Справа чуть темнее, а слева светлее. Тем самым получаются кустарники. Также не забываю про темные участки. Далее прорисовываю берег первого плана коричневым цветом. Справа светло-коричневым цветом нарисую стволы елок и темно-зеленым сами елки. Наношу при этом на елку, которая находится ближе к нам, свет. Теперь красным цветом и жесткой кистью добавлю цветы на кустарнике. Добавлю блики на реку, а также добавлю свет на камни. Белым цветом покажу, что камни мокрые, и также тем же белым цветом нарисую пену возле камней. Вот что в итоге у меня получилось. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. А для тех, кому интересны видео с росписью дощечек, то я оставлю ссылки в описании на подобные мои выпуски. Также, если вы хотите поделиться со мной своими работами, то вступайте в группу «Коробка красок» в соцсетях, создавайте там свои альбомы и делитесь своими успехами. Также это можно сделать в Instagram, поставив хэштег под своей работой, который указан в описании под видео. Также, кому интересна моя деятельность, подписывайтесь на мой Instagram, там есть много того, чего вы не увидите здесь. Ну а на этом у меня все, всем пока и до новых встреч!